Здравствуйте, меня зовут Афанасьев Александр. Я вас приветствую на передаче «Мазеимания» телеканала «Русский мир». Сегодня мы находимся с вами в подземном музее, который называется «Музей археологии Москвы». Я познакомлю вас с этим музеем. Сам я являюсь сотрудником этого музея, точнее, сотрудником Большого музейного объединения «Музей Москвы», и наш музей археологии является одним из отделов или филиалов, соответственно, этого музея. Работаю я здесь заведующим сектором научно-просветительной работы. Наш музей появился в 1997 году. В свое время он был первым подземным музеем Москвы. И появился он на месте, где с 1993 по 1996 годы проводились одни из самых крупных в то время археологических исследований, археологических раскопок на Манежной площади. Вот сейчас буквально над нами находится Манежная площадь, где проводились эти раскопки. В течение 4 лет была изучена достаточно большая территория, много чего интересного найдено. И вот в результате, когда раскопки, скажем так, подходили к концу, появилась идея создания подземного музея на этом месте. Так оно, в общем-то, и вышло. И осенью 1997 года, в дни празднования 850-летия города Москвы, открылся наш подземный археологический музей. И вот как раз верхняя галерея, на которой мы с вами сейчас находимся, верхний ярус, здесь у нас представлены предметы, найденные исключительно на Манежной площади. Все дело в том, что в итоге, когда музей открылся, сюда попали предметы, не только найденные археологами на самой площади, Манежной площади, но и в центре города Москвы, и некоторые вещи, которые были обнаружены за пределами города. Итак, сейчас я расскажу вам о некоторых находках, обнаруженных в ходе раскопок именно на Манежной площади. Например, на верхней полочке данной витрины мы с вами видим одну из самых частых находок археологов – это посуда, в основном, конечно же, глиняная посуда. Чаще всего специалисты находят подобного рода посуду в виде фрагментов, которые потом приходится склеивать, и таким образом мы можем увидеть более или менее целиком в виде варианты различных древних кувшинов и других вариантов посуды. Вот в данном случае перед вами различные кувшины. Эта посуда, она в свою очередь сделана из красной глины, и ей приблизительно 400, может быть, чуть более лет назад активно пользовались москвичи, которые жили в то время в городе. Иногда археологам удается найти даже деревянную посуду. Это, конечно, редкость во многом, потому что дерево не так хорошо сохраняется в земле, как, например, глина, но, тем не менее, здесь мы с вами видим фрагменты деревянных мисок, ложечек и лопаток. Если переместиться на среднюю полочку, то здесь обращают на себя внимание гребешки, сделанные из кости. Не из дерева, а именно из кости. Это работа московских мастеров, ремесленников, косторезов, которые, используя кости разных животных, например, коровы, могли делать вот такие вот вещи достаточно тонкой работы. А на нижней полочке я обращаю ваше внимание на обувь, которую носили москвичи раньше. В основном это была кожаная обувь с достаточно высокими каблуками. Приблизительно высота каблука равнялась размеру куриного яйца. Можете себе представить, такие каблуки использовали москвичи в эпоху Средневековья, позднего Средневековья. Со временем, конечно, каблуки такие портились, стачивались, снашивались, но для этого, для того, чтобы они служили дольше, к ним прикрепляли металлические подковки. Таким образом, обувь служила дольше. Ну, еще хотелось бы рассказать вот про фрагменты туисов. Это такие своеобразные сумки из березовой коры, в которых носили, переносили продукты, и в которых продукты, собственно говоря, хранили, потому что березовая кора, она обладает свойством хорошо сохранять определенную температуру. Это, можно сказать, такой термос и холодильник одновременно, если выражаться современным языком. Вот такие предметы были найдены на Манежной площади в среднем им 300-400 и более лет. Итак, сейчас мы с вами поговорим про главный экспонат нашего музея. Это абсолютно настоящие подлинные фрагменты двух мостов, которые здесь когда-то были. И когда здесь с 1993 по 1996 годы проводились археологические исследования, здесь, на Манежной площади, археологи обнаружили фрагменты этих мостов. Поговорим про
историю этих мест и про то, какие мосты здесь были и что в результате получилось, что было найдено археологами. Рядом со мной макет, где видно, как когда-то выглядел мост, построенный в 40-е годы 18 века под руководством голландского архитектора Петра Гейдена. Обратите внимание, на макете это видно, что здесь, на этом месте, некогда протекала речка Неглинная. Ученые абсолютно точно уверены, что приблизительно 500 лет назад здесь, через эту реку, уже существовала переправа. Позже на этом месте вместо деревянной переправы, вместо деревянного моста строится белокаменный мост. Это происходит в 1602 году. И вот после того, как этот белокаменный мост обветшал, его разрушили частично, и на его месте возвели как раз вот этот, по проекту, повторю, голландского архитектора Петра Гейдена в 40-е годы 18 века. Мост был, как видите, достаточно длинным, его длина составляла 115 метров, а ширина 15. Он был целиком сделан из кирпича, сверху облицован белым камнем, поэтому такой светлый. Именно под так называемой четвертой аркой моста, здесь это видно, когда-то протекала сама река, а остальные арки были закрыты бревными плотинами, как это показано на макете. Мост называли по-разному. Иногда его обозначали как Неглиминский, так как проходил через речку Неглинную, соединял два ее берега. Иногда мост называли пряничным, поскольку на его поверхности продавали разные сладости, в том числе пряники. При этом самое главное и основное название моста – Воскресенский. Все дело в том, что он начинался от Воскресенских ворот, которые сейчас ведут на Красную площадь. Что произошло дальше? Произошло следующее. В начале 19 века речку Неглинную по разным причинам убирают под землю, она и сейчас протекает под землей в трубах и коллекторах. Мост становится не нужен, его частично разрушают, но не полностью, и присыпают землей. И вот, когда проводились раскопки на Манежной площади в 90-е годы 20 века, обнаружили сохранившиеся фрагменты и этого Воскресенского моста, и, соответственно, предыдущего белокаменного. И сейчас эти устои, устои этих мостов, являются главным экспонатом нашего музея. Итак, перед вами, за моей спиной, мы с вами видим арки, сооружения, про которые немножко уже говорил. Это фрагменты моста, построенного по проекту архитектора, голландского архитектора Петра Гейдена в 40-е годы 18 века. И именно те фрагменты устои моста, которые были обнаружены археологами во время археологических раскопок на Манежной площади. То есть это все настоящее, подлинное. Именно под одной из арок этого моста протекала речка Неглинная. Сам мост, напомню, был достаточно широким, около 15 метров в ширину, но при этом сохранилась только часть одной стороны моста, вот ту, которую мы с вами видим в нашем музее. Причем то, что мы с вами наблюдаем сейчас, это как бы фрагмент с внешней стороны моста, внутренняя, она находилась с другой стороны. Так вот, противоположная сторона, она, к сожалению, не сохранилась. И тем не менее, когда посетители приходят в наш музей, они сразу при входе встречаются с небольшой кирпичной стеночкой. Это воссозданный фрагмент противоположной стороны моста, чтобы можно было представить, какой мост был, собственно говоря, по ширине. Еще одной изюминкой нашего музея являются клады. У нас представлены несколько интересных кладов, среди которых выделяется самый крупный из найденных в Москве на данный момент по количеству найденных в нем и обнаруженных в нем копеек. О нем я вам обязательно расскажу. А для начала немножко о том, что такое клады вообще. В понимании ученых, археологов, специалистов, историков, клады – это то, что прятали люди во время опасности раньше. То есть, когда людям и городу грозила опасность, люди закапывали свои сбережения. В виде примера хочу вам рассказать про клад, который до сих пор, повторю, является наиболее крупным из найденных в Москве по количеству в нем найденных копеек, обнаруженных копеек. Он был обнаружен в 1996 году, здесь недалеко, на территории старого гостиного двора. Когда археологи эти кувшины вскрыли, то внутри обнаружили около 95 тысяч русских серебряных копеек, по-другому чешуек. Это очень большая сумма для времени, для 40-х годов 17 века, к которому относится сокрытие клада. Например, в то время на одну копейку можно было купить около 100 огурцов. Поэтому, конечно же, 95 тысяч копеек – это очень много. Кроме копеек в кладе нашли иностранные монеты таллеры в количестве 335 штук.
и разнообразную посуду, достаточно дорогую. Вот, например, здесь выделяется английский стакан, он сделан из серебра, а верхняя часть у него покрыта позолотой. Безусловно, все эти находки, которые входили в состав клада, могли принадлежать достаточно богатому человеку. Ученые предполагают, что это был некий купец или по-другому гость, представитель верхушки купеческого сословия, который по какой-то причине в 1640 году все свои сбережения спрятал. Ну, а что произошло дальше, нам пока неизвестно. Мы знаем только то, что уже в 1996 году эти сокровища, можно сказать, этот клад был обнаружен специалистами. До сих пор является наиболее крупным из найденных в Москве по количеству обнаруженных в нем копеек. У нас в музее также представлены предметы, находки, связанные с досугом жителей средневековой Москвы. Вот, например, в этой витрине мы можем с вами увидеть различные глиняные игрушки. Дело в том, что в древности, ну, например, 400 и чуть более лет назад, в средневековье, в основном игрушки использовали глиняные. Конечно, делали игрушки из дерева и из других материалов, но археологам попадаются в основном именно глиняные экземпляры. Что это были за игрушки? Это были изображения чаще всего различных животных. Например, здесь мы с вами видим фигурку медведя. Мишка вообще популярный персонаж сказок, историй, сказаний. Кроме того, раньше скоморохи во время крупных праздников водили живых дрессированных медведей по улицам городов. Здесь есть фрагменты коников, да, по-другому лошадок. Также встречаются фигурки человечков, глиняные куколки. А на полочке ниже мы с вами видим игрушки и одновременно музыкальные инструменты, опять же, найденные археологами в ходе раскопок. Например, погремушки. Внутрь таких глиняных погремушек засыпали мелкие зернышки или камешки, и они, соответственно, звучали. Рядышком народные, можно сказать, глиняные инструменты духовые – это свистульки. Все это также было найдено археологами в Москве и на Манежной площади в частности, и все это рассказывает нам о том, как жители средневековой Москвы проводили свое свободное время, отдыхали и развлекались. Так, сейчас мы находимся практически рядом с самой низкой точкой нашего музея. Вот она здесь, чуть ниже того места, где я сейчас стою. Это глубина около 7 с лишним метров под землей, ниже только так называемый материк. И здесь же, на этом месте, мы с вами можем видеть, опять же, подлинные фрагменты белокаменного Воскресенского моста. Часть одной стороны, часть фундамента одной стороны моста, построенного в 1602 году, то есть того, который существовал здесь до моста Петра Гейдена. От него остался, как видите, совсем небольшой фрагмент. Когда-то мост был гораздо больше, у него было две стороны. И вообще есть мнение, что этот белокаменный мост, построенный в 1602 году, являлся одним из первых каменных мостов, которые появились в Москве вообще. И напомню, что построен был во время правления царя Бориса Годунова. Мост был построен из белого камня, который добывался в Подмосковье и сюда же, собственно говоря, привозился. Прослужив более 100 лет, мост начал портиться, ветшать, и тогда на его месте уже решили построить новый из кирпича и белого камня. На этом наша экскурсия подошла к концу. Мы с вами сегодня познакомились и посмотрели некоторые экспонаты нашего музея, но это далеко не все, поэтому я вас всех приглашаю посетить наш музей археологии Москвы, и увидев музей, скажем так, целиком, я думаю, вы обязательно почерпнете для себя новую, интересную, полезную информацию. Всего вам хорошего, до свидания, приходите к нам в музей.